Вместе все делать проще и быстрее. В администрации Ленинского городского округа прошло подписание договора о сотрудничестве между Советом отцов муниципалитета и Общероссийской общественной благотворительной организацией «Союз семей военнослужащих России». Союзу уже больше 23 лет, и все это время он оказывал юридическую, психологическую и другую помощь семьям участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, а теперь и бойцам СВО. Объемы работы очень большие. Только за прошлый год за ленту отвезли более 12 тонн гуманитарки. Так что мужская помощь от Совета отцов округа оказалась очень кстати. Уже сейчас, насколько я понимаю, происходит помощь в погрузке гуманитарной помощи, потому что так получалось периодически, что женщины сами брали на себя эту деятельность, да, и, соответственно, сами ее грузили. Хотя достаточно много мужчин, которые готовы были помочь. Ну и также там по хозяйству периодически возникают какие-то просьбы, и тоже у нас мужчины откликаются. Участники договора наметили несколько основных линий взаимодействия. Это и, собственно, гуманитарная помощь, юридическая и социальная поддержка, а также патриотическое направление. Это будет патриотическое воспитание молодежи в Ленинском городском округе. Вот. Помощь, чтобы дети понимали, что сейчас происходит, как можно помочь людям, которые нуждаются на новых территориях, как можно помочь в виде гуманитарной помощи, да, как-то собирается, упаковывается, отвозится бойцам. Совет отцов Ленинского городского округа существует с 2021 года и всегда открыт новым участникам и гостям. Мужчины, приходите, помогать может каждый из вас.